Химках развернули масштабную работу по высаживанию цветов во дворах, в парках и скверах, вдоль пешеходных и проезжих дорог. Кроме этого, в преддверии Дня Победы работники комбината по благоустройству и озеленению приступили к украшению территорий, на которых расположены памятники участникам Великой Отечественной войны. Цветы мы выбрали виолу, так как она более морозостойкая, потому что сейчас по весне, в мае обычно выпадает даже снег, и, соответственно, температура низкая. Поэтому мы выбрали ее. И выбрали мелкоцветущую. Она более морозостойкая. На сегодняшний день цветочные клумбы появились на Аллее Героев и у Вечного Огня в Старых Химках, а также в Левобережном. В планах украсить мемориалы и памятники во всех микрорайонах округа. Всего же в городе планируют высадить более 70 тысяч цветов различных видов. Также посадят более 3000 деревьев и множество новых кустарников. А к осени в городском округе появятся еще и 82 тысячи тюльпанов. Александр Сергеев, Новости Химки ТВ.